Теперь мятный. Xiaomi создала еще один лаунчер под названием Mint. Компания Xiaomi устанавливает на свои смартфоны в основном графическую оболочку MIUI, которая некоторым кажется очень удобной, а другие критикуют ее по тому или иному поводу. Также в ассортименте компании есть и смартфоны на чистом Android, хотя их немного. После выхода народного флагмана Pocophone F1 компания выпустила Poco Launcher, который предлагает пользователям чистый домашний экран, удобный поиск, простое управление приложениями, настраиваемые иконки и прочие возможности. Теперь же в Google Play появился новый лаунчер, разработанный компанией Xiaomi, который получил название Mint Launcher. К слову, первые отзывы говорят, что новинка очень похожа на Poco Launcher. Сами разработчики заявляют, что Mint Launcher характеризуется высокой скоростью и плавностью работы, минимальным количеством необходимых функций и упрощенной графикой. Размер лаунчера составляет всего 9,7 МБ, но перечень поддерживаемых смартфонов пока очень невелик. Например, на Xiaomi Mi 8 лаунчер устанавливаться отказался.